черт подери! Боже, у меня клавиатура же задымилась! Эй, всем море приветов, друзья и гости моего канала, всем БГГшечки, Нептун здесь, хотя, блин, БГГшечки, я обычно говорю на ужастиках, а это ведь не ужастик, но, возможно, я буду страдать здесь не меньше, чем в ужастике. Друзья, седьмая неделя вышла, и мы сможем с вами поиграть на седьмой неделе против этого чувака, кто он там, ОМОНовец какой-то, который взял нашего бойфренда и нашу девушку в заложники, и мы должны его победить. Ну что, погнали, сейчас будем проверять. Так. Это будет больно, наверное. Так. Во. Та-дам! Седьмая неделя. Три новых трека. Тэнкмен, да? Мы против Тэнкмена. Короче говоря, типа ОМОНовец какой-то, силовик, который в своем мега-шлеме, в своем бронике и с микрофоном будет противостоять против меня. Играем на нормале, как обычно. Погнали. Тут еще будет катсцена, по идее, которых раньше не было. Так, что у нас здесь? Пи! Понял, да? Надо было тебя убить. Но, блин, это скучно. Посмотрим, что ты сможешь сделать. Бам! Блин, музыка вообще зачетная. Если бы была у меня вебка, друзья, вы бы увидели, как я трясу башкой. Фу, черт подери! Боже, у меня клавиатура же задымилась. Черт подери, я его делаю сухую на нормале. Ну у меня просто дымится клавиатура. Йоу! А чё это они? А чё, чем вообще им помешали, а? Вот чем мы реально помешали? Смотрите, они с автоматами, с калашниковыми стоят тут и меня перед в заложники. Фу, пока я его делаю сухую, но... Почему по сюжету, блин, вообще мы здесь? Да, я сделал по первой песне его. Фух, это было потно. А где, интересно, мамочка и папочка? Я что-то не... В смысле? Типа он говорит, что я делаю скучную хрень, и я еще слишком маленький. Я тебе покажу, блин, какой здесь маленький. Посмотрите, она руки вверх, наша подружка подняла. Наша girlfriend подняла руки. Мощно. Ау! Слушайте, блин. Ай, ай. Ай! Не успеваю. Фу. Слушайте. Ай! Чё? Я не успеваю! Ну, немножко успеваю, конечно. Так, я всрал почти все, что можно было всрать, но пока я еще держусь. Да, вот сейчас я конкретно всрал. Вы заметили, что с каждой неделей... Блин, мне зеленая стрелочка пошла. Боже, спасибо тебе, зеленая стрелочка. Вы заметили, что с каждой недели песни все более топовые и топовые. Чё-то мне не нравится вот это вот все. Так, ладно. Пока держусь. Но я чувствую, что я на волоске. У меня руки все вспотели, клавиатура дымится. И это только вторая песня. Ай,
Так, я еле выдержал. Черт, когда это кошмар закончится, я не могу уже терпеть. Мне очень больно. Это явно не мое призвание. Так, ну... в конце я не самым плохим образом сыграл, да? То есть как бы еще более-менее так, ну, нормально. Более-менее тогда. Терпимо. Окей. God effing damn it. Well played, you little shit. But this is war, and in war people die. Так, да, на войне люди умирают. Это я в курсе, это я понял. Эй, уберите! Оба-на, ни хрена! Пико прибежал. Это безумный чувак с УЗИшками. И что будет? А подружка у меня, кстати, смотрите. Все, она моя. Так, третья песенка, друзья. Хрена там Пика устраивает. Чувак. Слушай, воу. Так, стараюсь. Больно. Ну, пока нормально, начало хорошее, ладно. Хрена там крутит, вдалеке УЗИшки крутит. А вы так можете? А вы можете так крутить УЗИшками, как наш добрый друг Пика? Ну, как бы... Сюжетно пока все нормально. Я свою подружку взял. Подружка теперь у меня. С нами Пика, который нас защищает. Это, видимо, папочка его послал, да? Немножко нам помочь. Так. Тихо. Не хочу проиграть здесь. Воу. Так, ладно, нормально. Пока по очкам и по нашей полоске все нормально. Тут такая туса. Слушайте, я не удивлюсь, если сейчас какая-то мамочка придет. Боже, это что такое? Вы что, прикалываетесь? У меня клавиатура задымилась. Я никогда так не потел. Это было мощно. Бам. Так, ну проверим. Да, вот кикстартер. Фух, так. Я, конечно, есть подозрение, что это не официальная версия, это мод. Но, тем не менее, можно в него все равно поиграть. Так, на официальном сайте, потому что скачать пока еще ничего нельзя. Вот, ну мои очки засчитались. 168 400 очков. Интересно, что там вообще на харде происходит? Так, а эти можно, интересно, скипнуть? Вот это, можно скипнуть? Нельзя. Окей. Может быть, и можно на какую-нибудь клавишу, но фиг его знает. Танкмен. Да, слушай, хардкорщина какая-то. Не, ну слушайте, это, блин, мать его, тяжело. Пока что на половине держусь, но, по-моему, это недолго будет. Ладно, окей, чуть больше половины. Боже, это реально потно на харде проходить танкмены. Я всрал все прохождение. Мои яички жались.
Он меня еще и оскорбляет. За что? Я зашел в эту игру не для того, чтобы меня оскорбляли. Но это бомба, конечно. Давайте еще одну попытку попробуем. Ну, хард это явно не мое. Вон там дамки есть всякие на заднем плане. В этот раз и получше сыграл, чем предыдущий. Это, конечно. Ну, где там? Ну, в этот раз, да, я лучше играю, чем первый. По крайней мере, у меня полоска не наполовине, как раньше было. Вот теперь полностью вся зеленая. Я-я-я-я-я-я. Сейчас будет веселуха. Ну ничего, я и с этим справлюсь. Бэгэ! Слушайте, неплохо. Ха-ха, это хард, между прочим. Фух, 42 тысячи очков набрал, играя на харде. Да! На хард сделал я первую песню. Ну там дальше будет, по-моему. Я боюсь, что там будет дальше. Но самое главное, что я в конечном итоге-то свою подружку-то забрал. Она вот, смотрите, она плачет, ей очень плохо. Так, тихо. По-моему, мне. А, нет, вторую песню нормально приходил на нормале. Я на третьей песне начал жестко огребать. Так. Так, ладно, окей. Засчитаем, что вроде я немножко там что-то. Не уж. Не уж. Ай! Куда там, ёлки-палки? Вы видали эти гребаные стрелки? Как там нажимать? Вообще, нормальный человек может их нормально нажимать, а? Ну, скажите мне честно. Наверное, да. Наверное, я просто нубяра. Ну, что поделать? Нубяры тоже могут играть. И нубяры тоже хотят, блин, пройти эту игру. Поэтому я попытаюсь ее пройти. Сейчас будет звонкий клац, а не моих клавиш. Да, нормальный. Слушайте, а... Не, ну бит вообще зачетный. Бит хороший. Так, ладно. Что-то я вырулил немножко, но я... Я вот в этом месте вообще не успеваю. Да хватит меня оскорблять. Все. Короче, друзья, вот такая вот седьмая неделя. Я думаю, что пока хватит. Надо тренироваться, чтобы пройти на харде. Но я не особо-то и хочу на харде приходить. Мне главное было пройти на нормале. Я свою подружку взял. Я танкмена победил. В общем-то, седьмую неделю прошел. Большое всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. От шума... Сдавливание моих яичек мне же становится немножко не по себе. Да. Конечно, оскорбляйте меня все, кто хочет. Друзья, желаю всем хорошего настроения и позитива. Смотрите мои другие видео и прохождения. Всем пока-пока.